гномом вместе. Ну, я поехал. Руди, ты в универмаг там зайди, может, колготки привезли. Да. Родя! Родя! Ну? Родя, ну ты там смотри, на рожон не лезь. А? За этими совещаниями мужика в доме не увидишь. Николай! Лети на конюшню, вели, чтоб лошадей седлали! Все думаю, как его к делу приспособить. В этом году институт кончает. Отличник. Речь вчерашнюю читал? Не успел, Родион Николаевич. Прочти. Добрый день. Здравствуйте. Толковая речь. Привет, мужики! Здравствуйте. Может, на машине, Родион Михайлович? Доброе утро. Привет. Зачем же машину догонять? Это к бензину не напасешься. А может, на этой? Это ж такое удовольствие, а? Ну, держись. Опа! Бродят буренки по белым ромашкам, щиплют клубнику и красную кашку. Местный поэт написал. Луга-то у нас, луга какие, а? В Иванов день косить начнем, 7 июля. Как считаешь, Михаил, не поздно? Не сено будет, букет. Представляешь, мне эти луга распахать велели. Хрена я им дал. Ты облегчайся, облегчайся. Стой! Родион Михайлович! Ну что ж ты, Михаил, агронома ездить не умеешь? Надо учиться. Садись, поехали. Не могу, Родион Михайлович, все в кровь стер. Да брось. Ну что ж, я тогда один поеду. А ты в амбулаторию иди, там тебе смажут, где положено. Заживет! Пойдем, милый. Вы бы еще лошадь сюда привели, товарищ Шишкин. Здорово. Здорово. Насчет чего совещаемся? А, насчет молока, небось. Привет. Добрый день. У тебя-то как с молоком, Родион Михайлович? Да у него-то нормально. Ага. Товарищи, Евгений Федорович велел передать, что совещание переносится на час дня. Горный козел. Архар. И поглядывай тут. Черных нет. Девушка, а колготки есть у вас? У меня есть. Я имел в виду в продаже. Какой размер? А? Ну,
вот вашего раза в два поширше. Таких французы не делают, а наших нет. Размеров нет. Самых ходовых не завозят. Что, притомился? Потерпи, уж самому надоело. Так-то. Московское время 16 часов 30 минут. Четыре часа сидим. Не могу с таким человеком разговаривать. Дай развернуться, прошу. Боится. Чего боится, спрашиваю? Что люди в кустах кушать будут, да? Сейчас в грязные столовые пьют, и это не боится. А ресторан открыть боится. Как будто бы для себя стараюсь. А сырацкий да ты чамет. Это кто же такой? А? Рентгенолог. Грузин. Врачиха наша привезла. А может, насчет мяса совещание, а? Может, и насчет мяса. У тебя-то как с мясом, Родион Михайлович? Да у него-то нормально. Товарищ, Евгений Федорович велел передать, что совещание переносится на завтра, на 9 часов утра. Явка всех обязательно! А вы что? Товарищ Шишкин, завтра в 9 часов утра. Сюда. Это... Вызывали, зачем? Уйди, Шишкин. Без тебя тошно. Знаешь, какое положение в районе? У меня нормальное. Мы о других, Шишкин, думаем. Чем? Так, опять характер показываешь? Ну-ка, зайди в кабинет. Держи. Ты с кем так разговариваешь? Это я тебя спрашиваю. Это я спрашиваю. Зачем вы меня сюда вызывали? Нужен был, потому и вызвал. А больше не нужен? Теперь не нужен, завтра приедешь. И ты мне не тыкай. Тоже мне важная персона. Важная. И вот теперь, если буду нужен, сам ко мне поедешь, а я сюда больше ни ногой. Давно я мучаюсь с твоим вредным характером, Шишкин. Давно сигнализирую, но смотри, лопнет мое терпение. Чихать мне на твою сигнализацию. Многократный чемпион мира Рысак. Крепыш. Ну все, лопнуло. Готовься сдавать дела. Могут без головы назначить. Все хозяйство развалит. У нас хозяйство отлаженное. Трудно развалить. Можно и отлаженное развалить, смотря какой специалист. Михалыч. Ну? Так что, снимают тебя? Не знаю. В случае чего, в обиду не дадим, Михалыч. Мы тебя сами выбирали, сами, если надо будет, и снимем. Без советчиков. Снимут, если захотят. И вас не спросят. Эх, что правда, то правда. А сколько он сил в колхоз вложил, а? Ну что вы все заладили? Снимут, не снимут. Идите по домам, мужики. Михалыч, ты это там того, не спорь. Лучше тихо, мол, виноват. А вы, в случае чего, Михаила председателем-то выбирайте. Он перспективный. Родя, может, мы напрасно-то пилим? Может быть, дрова нам тут и не понадобятся, а?
тобой возьмем. Сколько, сколько раз себе слово давал. Молчать, тряпочку. Нет, ровно кто-то за язык тянет. Ну ничего, может еще обойдется. Да вас-то я должен был думать, нет? Сколько же переезжать можно? Ну знаешь, везде люди живут. Да Вальку же жалко. У него способности. Рунь, давай пилить, а? Ему вон в музыкальную школу. Эй! Пилите быстрей, а то я стакан сбиваю. Ракитин, что у вас там? Конфликт у нас, Иван Сергеевич. Между председателем райисполкома Демьяновым и товарищем Шишкиным. Колхоз «Волна революции». Никак не могут вместе работать. Положение в районе сейчас тяжелое. Большая напряженность в выполнении всех планов. А Шишкин постоянно саботирует собрание, грубит. Я уже сигнализировал об этом. Ну, в чем же дело-то, Шишкин? Вину признаю, прошу учесть стаж работы в сельском хозяйстве и чистосердечное раскаяние. Мы здесь сидим, не знаем, как сейчас выкрутиться. Чего выкручиваться? Завалили всю работу, а теперь выкручивается. Помолчи. Вот, опять свое. Товарищ Шишкин, ну что вы там бормочете? Скажите вслух. Да чего, говорю, выкручиваться, когда работать надо? Нет, ну честное слово, у меня в колхозе дел не в проворот. Они каждый день переливают из пустого в порожнее. Тут прям зуд какое-то указание давать. Скоро будут указывать, как ширинку застегивать. Честное слово. У меня же своя голова на плечах. Извините, конечно. Ничего, ничего. Я занят. Позвоните попозже. Да. Пожалуйста, продолжайте. Да я уж все сказал. Вину признаю, характер не сдержанный. Так что ж, товарищи? Ну? Какие будут мнения? Не занята, девушка? Нет. Меня не возражаете? Пожалуйста. Что же мы есть-то будем, а? Зразы рыбные. А... Нет. Зразы так зразы. Пожалуйста. Ресторан называется. Вокруг ягод, грибов, овощей навалом, а у них... Вы не здешняя девушка? Нет, москвичка. Ой, что же вас в нашу область занесло? По распределению. А-а-а. Закончила музыкальное училище и вот приехала. Учительница? Музыки? Девушка, это же дефицитнейшая специальность. Только здесь я никому не нужна. Едемте ко мне. Зачем? Девушка, я всю жизнь только мечтаю об учительнице музыки. Вас зовут как? Ира. Ира, я вам обещаю замечательную, интереснейшую жизнь. Охота, рыбалка. Ира, верховая езда. Природа необыкновенная, не пожалеете, ей-богу. Я жутко музыку люблю. Даже пою иногда. Нет, как я на вас сразу внимание-то обратил, а? Вот дай, думаю, подсяду за этот столик. Понравились вы мне, Ира. Да, как-то это все неожиданно. Надо же подумать, все взвесить. Чего думать-то? Я мужик хоть и вредный, но хороший. Не обижу и никому не дам. А зовут вас как? Родион Михайлович. Можно просто Родя. Задали вы мне задачу, Родион. А может, я замужем? Ну и какое это имеет значение? Вообще-то верно. Родион... Вы мне тоже нравитесь. Ну и поладили.
Шампанского, пожалуйста. И позвольте пригласить вас на вальс. А кто вы? Я очень важная персона. Как вам известно, товарищи, неочередная сессия районного совета народных депутатов избрала нового председателя райисполкома. Ну, что о нем рассказывать? Все вы его знаете. Районный комитет партии поддержал его кандидатуру и впредь будет оказывать нужную помощь. Работай, Родион Михайлович. Поздравляем вас, Родион Михайлович. Не надо, товарищ. Перейдемте к делам. К делам, товарищ. А указания будут? Будет просьба. Каждому думать своей головой. Кормить ведь страну надо, товарищ. Продовольственную программу выполнять. Алексеич, это по твоей пиццефабрике сводка? Так точно, по моей. Задержись. Слушай, что же это у тебя птица-то, а? Все дохнет и дохнет. Не говори, Михайлович. Такая нежная тварь, чуть что не так, и лапки кверху. Я когда на кроликах сидел, и то легче было. А на птице сколько сидишь? Лет 12. Долго. А может, не на том месте сидишь, Алексеич? Не, я привык. Я понимаю. Давай-ка мы с тобой так решим. Сдавай-ка ты, милые, дела. Не понял. А на чем же я теперь сидеть буду? А на... Что, Света? Чай. Я же вроде не просил. Еще раз поздравляю вас, Родион Михайлович, от души. Родион Михайлович, к вам делегация работников народного образования. Света, если по делу, пожалуйста. А с поздравлениями не пускать. Асфальт кладут. Давай в обход. Прислушались к голосу общественности. 5 лет писали. Замостите улицу. Все средства не находились. Нашлись вот? Хорош. Спасибо, Сереж. Ну, спасибо. Чего там? Все. Заживем. Люстру повесим и больше не с места, верно, Галь? Родя, не зарекайся! Ха-ха, точно!
Никаких переездов, иди сюда, сын. Иди сюда. Ну, нравится, а? Да, очень. А чё они по воскресеньям работают? Кто? А вон, асфальт кладут. Интересно. Чё это в воскресенье работаете, мужики? А шишку ждем новую. Вот и велели, чтобы не трясло. Наглядная агитация. Смотреть страшно. Скучно у нас. Развлечений никаких. Особенно для молодежи. Фильмы и те вон старые какие-то. Ну, такие присылают. Ну, будут присылать новые. А музыкальная школа до сих пор не открыта. Ну, кадров нет, никто ехать не хочет. Заботы мало проявляем. А мы вот карусель заказали. Вот видите, для молодежи. Скоро собирать будем. Ну, карусель это... Ладно, это хорошо. Да, ну я пошел. Да, трудновато у нас с культурой. Это мы еще посмотрим. У тебя что? Я тоже насчет молодежи. Кружечку. Что ж вы думаете, я вот так махом все и решу? Ну, махом трудновато. Но кроме каруселей, все-таки молодежь нужно еще чем-нибудь занять. Вот и займи. Я? А кто? У меня работа, знаешь? По общественной линии, в нерабочее время. Конно-спортивную секцию. Знаешь, какую организовать можно? Ну ты, Михалыч, ты что думаешь, если ты такое пристрастие имеешь, сейчас все заскачут? Лошадь, ведь это ж благороднейший из животных. В общем так, даю тебе 2 недели и доложишь. Ясно. А борьбу? Самбо какой-нибудь или это дзюдо? Можно? Читать умеешь? Заходите. Раздевайтесь. Я, собственно, по другому вопросу. Рентгеноскопию делал? Нет. Снимай рубашку. На что жалуетесь? В столовых кормят. Безобразно. Перед людьми совестно. Фамилия? Шишкин. Кем работаете? Председатель райисполкома. Помоги, Георгий, а? Возьмись за это дело. Поддержим. 2 года ходил, просил, уговаривал. Не хотели, да? А теперь я не хочу. Все, здесь останусь, в темноте. У меня день укороченный. Дай-д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 ай
Люблю людей кормить, люблю готовить. Понимаешь, от деда научился. 10 000 рецептов знаю. Давно бы в Грузию уехал. Только жена не хочет, она у меня местная. За нее. Вот почему у нас нет алкоголиков. Потому что вино пьем. Отличное вино, Георгий. Понравилось, да? Замечательное. Ну? Твое здоровье. Будь здоров. Не помешаем? Нет. Ах, как замечательно здесь! Какая красота, а? Ленахши, балахбулахши, эй! Ленахши, балахбулахши, вороле, вороле! Как я людей кормить буду? Как им вином поить? А? Культурный центр намечается! Всесоюзная достопримечательность! Вот увидишь, председатель! Смотри, чтоб не посадили. Динамо, динамо, динамо. Гамарджеве, динамо. Больного привезли в прединфарктном состоянии.
Сейчас давление стабилизировалось. Но разговоры о работе категорически запрещаются. А надолго он здесь? Месяца на два, на три. Надолго. Таких мужиков беречь надо. Если путевка нужна, скажите. Старая гвардия, они ж на себе все вынесли. Цена материала 2,5 за погонный метр. А за работу сколько взять? Да какая это работа? Ну, накидываю еще столько же. Это же грабеж. Грабеж. А с нас берут 50 рублей. Посчитали. 7,5 тысяч обходятся эти корыцы. Да. Ты, главное, не волнуйся, Василий. Да пойми ты, ведь не какие-нибудь шабашники, а государственные организации. Нервы не выдержали. Слово за слово, кулаком по столу. Очнулся здесь. Будем менять эти порядки. У тебя-то как дела, Михаил? У него нормально. Убирать-то начал? Пора. Куда торопиться-то? Пусть Колос в силу войдет. Давай завтра начинай. Область торопит. Нет. И что это значит нет? А то и значит нет, что у меня своя голова на плечах, Родион Михайлович. Больно быстро ты в силу вошел. Гляди, как бы... А вы чё ржёте? Это что? Новый директор птицефабрики? Николай! Ну как, достал? Достал! Ну ладно, а чё ты задерживай? Вот молодец, а? Орёл! Ты смотри, запчасти достал. Не может быть. Ну, услышал же! Слушай, чё у тебя отец такой? Какой? Ну, такой не похож на начальника. В кепке ходит, на лошади ездит и вообще. Чего вообще? По магазинам сам ходит. Моя мать завхоз, а нам все на дом приносит. Подумаешь, папа скажет, нам все на дом принесут. Эй, ты жулишь, в тот раз я наложила опять. Сам ты жулишь, ты мне одной дохлятины насовал. Эти дохлятины, да? Дохлятина? Эй, вы, а ну-ка, прекратите! Ну, кому сказал? Ну, просто бить, ты ноголь. Ну, кто так дерется? Вы приходите ко мне в спортзал. Я вас научу. А вы не шутите? А то что это? А? Родя! Родь! Стынет! Вроде движется дело, а? Это тебе не на перегонки бегать. А мне вот один район, и то сколько дел. А если в масштабах республики или всей страны задачи громадные? Что, жалко, что ли? А ты побегай по магазинам, да постой у плиты, жалко. А ты не бегай, и так над нами все смеются. Кто это все? А вон, Копанцевым, все домой носят. Пап, ты прикажи, чтобы и нам носили. Чего носили? Продукты из магазина. Ведь ты больше всех начальник. И шляпу себе купи, а то неудобно за тебя. А ну-ка, держи его, мать. Родя. Держи, держи! Родя! Ты подумайся, кого вырастили! Родя! Ах ты, сукин ты сын! Я тебе сейчас покажу большого начальника. Я тебе сейчас... Родя! Родя, не сильно! Я тебе растолкую, что такое демократия. Тебе неудобно на одном месте сидеть будет. Галь. А? А может мне правду шляпу купить, а? Конечно, купи. Тебе пойдет. Да. А то. Может, зря его, а? Конечно, зря. Он пацан. Он что слышит, то и говорит. Пацан, соображать пора. А между прочим, ты со своими бы разобрался. Ну ладно. Когда приедете-то? Дня через 3. Ох. На. Не задерживайтесь там у тещи. Ладно, не скучай тут. Все в порядке, Родион Михайлович, крутится! Родион Михайлович, счет надо подписать за карусель. Угу. Сколько? За эту бандуру?
Это же трехгодичное ассигнование на всю районную культуру. Ну, как? Разобрать. И к чертовой бабушке. Не имеем права, Родион Михайлович. Ну, если заказано, обязаны брать. Кто заказал? Ну, думали, для культурного обслуживания трудящихся. Это хорошо будет. Полезно. Сломалось. Вот починишь и будешь сидеть тут, пока она у тебя не окупится. Ладно, ладно. Занят? Угу. Ну, как он тебе? Это что, на самом деле он свою квартиру пионерам отдал, а себе на свои деньги дом купил? И велела рядом не благоустраивать, чтобы разговоров не было. Снимут его скоро. Помяни мое слово. Как пить дать, снимут. А вы-то где теперь, Евгений Федорович? Книготорка. А, то-то я гляжу, у нас с книгами плохо стало. Ну и теперь о водке. Ты ее в прошлом году продал на 900 тысяч рублей. Это на каждого жителя района пришлось по 10 литров. Включая больных, беременных, грудных младенцев. Всем хватило. А в этом году планируешь уже миллион? Так ведь от достигнутого планируешь. Так куда уж больше-то достигать? Вот ведь, хватит. Так берут же. Да потому что нечего больше брать. Потому что вина хорошего не сыщешь. В общем, с пьянством будем бороться. Понял? Понял. В прошлом году у вас же был отличный урожай яблок. Вы же его проспали? Ну как? Свиньям скормили. Да ну... И не оправдывайся, я все знаю. Про тару, про транспорт, все знаю. Но если вы мне в этом году проспите урожай. Понял. Вот ты умница. И иди. И работай. И соображай. Ты же молодой. Институт вон недавно окончил. Соображать же хорошо должен. Да разве ж я могу развернуться по-настоящему? Я же инструкциями опутан с ног до головы. То нельзя, этого нельзя. А что гниет все? Это можно? Нет, нельзя. Мы тут все-таки власть. Так что разрешаю проявлять самостоятельность. Решилась встречать у 20-го Ира. Ошибка, наверное. А директор Дома культуры от жены ушел к библиотекарше. Завтра будут подавать на развод. А вот это меня совершенно не интересует. Извините. Погоди! А дети как же? Не знаю. Так это же Ира, учительница музыки. Слушаю! Ракитин говорит, зайди, надо решить вопрос с шефами. Хорошо, зайду. Кого встречаем-то, Родион Михайлович? Учительницу музыки. А. Здрасте, с приездом. Пожалуйста. Спасибо. О! Спасибо. Так. Вот сюда, сюда. Ну, ага. Давай. Что? Что это у вас там? Книги, ноты, а вот рояль я не привезла. Купим по дороге. Так. А я о вас все время думала, Родион. Даже удивительно. Ничего удивительного. Николай Иванович, все в порядке? Все в порядке, все. Прошу. А это...
Собор, 18 век, памятник старины. Вот, взяли под охрану. Думаем, что верно. Правильно? Ты рад, что я приехала? Конечно. Открывай. А куда мы едем? Как куда? Квартира приготовлена. Специально. Родион, ты просто волшебник. Умеем садить кадры, прошу. Квартиры нет, Родион Михайлович. Как нет? Куда она делась? Вчера молодые врачи приехали. Муж с женой. Ну? Их и вселили. Вы ж не предупредили, Родион Михайлович. Ну что ж тогда, ко мне. Я сейчас один живу. Прошу. Поехали. Родион, по телевизору передача интересная. Что-что? Оперу «Дон Карлос» из «Ла Скала» передают. Сделай погромче, пожалуйста. Угу. Во всем поселке погасло. Во зараза, а? Во зараза! Что стряслось? Починил! А свету-то почему нет? Так правильно! Если на всю катушку врубить, она всю нашу энергию на себя берет. Сразу все гаснет. Мощный аттракцион. А где она отключается? Здесь? Вот здесь, да. Родион Михайлович, я ключ. Сейчас немного, я его завтра найду. Ладно. Родион. М? Ты так до утра и работал? Не успеваю, понимаешь, днем. Ты очень писанины много. Устал, наверное. Да нет, привычное дело. Я тебе природу обещал показать. Ага. Ты гляди, гляди лучше. Пока горячий. Приветствую! Приветствую, Георгий! Наша учительница музыки. Очень приятно. У вас, Ильича, свадьба. Первая наша с тобой свадьба. Заходи, дорогой. Ну, давай. Здравствуй, Родион Михайлович. Вот, сына женю. Извини, не знал, не при параде. Вот, мимо ехали. Ничего, ничего, ничего. Давай, садись. Спасибо. О, приветствую. Хорошо. Проходи, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Вы позвольте? Спасибо. Ну да. Можно. Ну, за здоровье молодых. Горько. Горько! 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 За здоровье родителей. Мы гордимся им. Хочу, чтобы они за вас не краснели. Горько. Ура! Я предлагаю тост за Родиона Михайловича. Да, жизнь у нас в колхозе стала интереснее. Так вот, за то, чтобы вас не сняли с работы. Спасибо. Разрешите? Пожалуйста. Сколько у тебя штату на этой мельнице?
5 человек. А полагается-то 20. Зачем же 20, если 5 справляются? Ну, есть же штатное расписание, инструкции. А мы ее изменили, инструкцию. Так какую они у тебя зарплату получают? Большую. Работают же люди. И население довольно. А рентгенолог-то у тебя где? Да я тебе таких рентгенологов с десяток найду. А тут талант же у человека. Что же ему в темноте-то пропадать? Да вообще мы кадрами сейчас обеспечены. Так, знаешь, говоришь, обеспечены как? Ну, и резерв есть. А это кто с тобой? Учительница музыки. Тоже замечательный специалист. Да, боюсь, что слишком. Ну что ж, Родион Михайлович, пойдем выйдем, разговор есть. Тут, Родион, на тебя жалоба пришла. Сигнал. Какой сигнал? От кого? Анонимка. Так вот там и про ресторан, и про учительницу эту, и про то, что ты на лошадях разъезжаешь, как помещик. Почему помещик? Это же экономичнее на лошадь. Их с детства он люблю. Ну и люби, только не езди. Теперь насчет старых кадров. Сколько, понимаешь, на пенсию отправят? Не уважаешь заслуги? Да уважаю я. Но если не все они тянут уже. Не руби с плеча. Тут дипломатичнее надо. Я тебе не каков-то теперь представитель власти. Это, брат, политика. Я же для людей стараюсь. Ты же знаешь. Поэтому я тебя и поддерживаю. Если бы ты для людей не старался, давно бы уже не сидел на этом месте. После таких жалоб. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы здесь оказались? Я к Родиону Михайловичу. А вы кто? Жена. Жена? А он мне ничего не говорил об этом. Ну, тогда я с ним об этом поговорю. А как же я? Ой. Дура я, дура. Как же я сразу не догадалась. Ой. А что это вы поели? Ничего за собой не прибрали, а? Приехала. А чё это так рано? А я соскучилась. Простите, не успела. А, познакомились? Познакомились. Ну чё это ты? Ну я пойду. Куда же вы? Оставайтесь. До свидания. Ну я хоть до гостиницы, что ли, провожу? Я быстро. Я же устрел. Борьба начинается с поклонов. Это первое, что вы должны запомнить. Смотрите вот так. Плохо. Нужна длительная тренировка. Звонцов, Крапивин, покажите, как это делается. Неудобно все-таки. Что, голова затекает? Да неловко, люди вон приходят. Ну, это с непривычки. А может, вы все-таки сперва наглядной агитацией займетесь, а? Нет. Как договорились, сначала портрет, а потом наглядная агитация. А этого заместителя вместо себя нельзя посадить, а? Нет. Почему? Ну, потому что у вас лицо колоритное. Уже чем вы на флебустьера похожи. Понятно. Глаза. Света,
С Ракитиным соедини, пожалуйста. Слушаю. Давай отказываться от шефов. У нас такой настрой, самим справиться. Можно? Да, конечно. Спасибо. Ой, Галина Андреевна, я так волнуюсь. Что так? Вы уж замолвите за нас словечко с Максимом. Говорят, ваш муж ее выписал. Галкин Михаил, Капанцев Максим. Ну вот, в общем, я повешу тут. А вам еще рано, он маленький. На будущий год приходите. Алеша очень способный, мне он понравился. Ну, мал. А вот музыка это все. Вы знаете, когда я была маленькая, моя мама меня заставляла. Буквально заставляла. А мой? Не нашла я у него слуха. Абсолютно нет. Поверьте мне. Вот они и говорят мне. Продавай мой дом, будешь при нас жить. Я продала, дура старая. Деньги переслала с лапшиными девками, а они теперь отрекаются. Дескать, ничего не получали. Так они, может, не передали эти лапшины-то? Ну, как не передали? Они мне племянницы, девки совестливые. Да я сама видела сберкнижку. 3000 как одну копеечку прикарманил черт курносый. Прокурору надо идти. Это подсудное дело. Батюшки мои, да неужто я с родной дочерью судиться стану? Срам-то какой. Нет, нет, родимая, это ты сам разберись. Ты зачем тут поставлен? Тебе дана власть нас защищать. А ну-ка, посади тут Матрёну Ивановну. Спасибо, дочка. Не советую я тебе, Родион Михайлович, в это дело влезать. Семья, знаешь, дело темное. Пойди разберись, кто прав, кто виноват. А старуха, знаешь, может, на это органы юстиции есть. Это их дело, а не наше с тобой. А наш с тобой, значит, спокойно смотреть, как обижают старого человека. Не хочет она судиться, понимаешь ты это или нет? Родион Михайлович, ты что же всех скорбящих утешитель? Ты же председатель райисполкома. В чем твоя работа? Может, чтоб людей не обижали. Может, в этом и есть самая главная моя работа. Эйон вон пост. Люди из Рима. Вот опять к нам в гости. Шишкин, почему не сообщили? Забыли. Но ведь они каждую осень к нам приезжают. На волков охотятся. На кого? На волков. Шишкин. Франческо Пикколи, представитель головы. Очень приятно. Джузеппе Гарди, мэр города очень Модена. Очень рад, очень рад. Эдуардо Форани. Очень рад. Он сейчас багажом занимается. А. Переводчик Сергей. А. Здрасте. Родя, нашего Вальку в музыкальную школу не приняли. Твоя сказала, что у него музыкального слуха нет. Сказал. Ну, твоя это, учителька. Супруга. Эсуамолья. Итальянцы из Рима. О. Ага. Здравствуйте. Пьячере. Здравствуйте. Извини, Родя, я ж не знала. Что из Рима? До свидания. Они как, сыты? Да мы прямо с дороги. Понятно, Петряков, займешься гостями. А дальше ушам такой купать. А дальше ушам андара манджару. Хорошо, все, все. Матрёна Ивановна, пойдемте. Только уж после охоты ждем вас, Родион Михайлович. Ну, так полагается. Здравствуйте, здравствуйте. А он дома, зять-то? Дома, дома. Здравствуйте, Родион Михайлович. Стой здесь, Матрёна Ивановна. И не пускай никого. Ага. Все в порядке. Пошутил он. Угу. Мама, я пошутил. Я пошутил. Деньги в сберкассе. Так отдай. Отдам, отдам, ну, отдам, отдам. Держать? Проходить, мама. Чего проходить, держать, ежели ты согласна? Так, так, ага. А вам, товарищ председатель, руки распускать не положено.
Слушай, как же это у них получается, а? Кривая роста по нашему району идет вверх. Так. Вверх. А на самом-то деле она вверх не идет. Не идет. А они-то планируют нам свои задания, исходя из своей кривой. Так? Планируют. Так у нас же возможности совсем другие. А? Нам ведь не до жиру. Быть бы живу. А? Это верно. Фу, как докопался, так гора с плеч. А чему ты радуешься, Родион Михайлович? Что ж ясно стало. Не можем мы выполнить их задание и не выполним. Не выполним. Чего это ты Ваньку-то валяешь? Я что-то не пойму. А не понимаешь, так спроси. Ну, сколько у нас на самом деле вышло? 74. А отрапортовали? 101. Ну, вот она, кривая вверх-то и прет. Вот и надо срочно ввести область в курс дела. Да не надо, она в курсе. Что ж, я один не в курсе выходит? Да ты не расстраивайся, Родион Михайлович. Колхоз у тебя был отдаленный, вот тебя и не стали вводить в курс. Ну, чтоб ты не нервничал, значит. Ну, спасибо. Ну, кому? Кому нужна эта липа? Ну, а кому охота строгача получать за невыполнение плана? Расчет у прежнего руководства был такой. Ну, поднатужимся до конца года и ликвидируем отставание. Тем более область обещала помочь. А сейчас отрапортуем авансом. Расчет у них был. Кто вот эту кашу теперь расхлебывать будет? Пока ты работаешь, тебе придется. Больше некому. Авансы. Авансы давать. Дело не хитрое. Но обещать 3 короба можно. А вот как правду сказать, сразу кишка тонка. А не надо бояться, ничего, люди поймут. А? Это в конец стола. Ирочка, как договорились? Угу. Что-нибудь итальянское. Вот в это место, ага. Прошу. Да, пошли. Ну, хорошие охотники. Ира! Ира! Яблоки! Друзья мои, одну минуту! Товарищи! Компорта тебе. Что? Скометто. Что он говорит? Он хочет пострелять во дворе. На спорт. Ведрай, коме... Faccio. Держи. Пошли. Va bene. Andiamo. Только ненадолго. Benissimo. Привет. О, Николай. А? Ты почему отчет не несешь? А у меня все в порядке, не волнуйтесь. Я знаю. Но отчетность-то нужна. Смотри у меня. Что это? А, это наш директор птицефабрики. По делам полетел. О, Мадонна. 36, 37, 38, 39, 40. Макефа. Во! Сейчас, минуточку. Ла-ла. Браво. Ты мне адрес дай. Я буду в Италии. Зайду. Осы. Угу. Окей. Вроде хорошо встретили, а? Mm-hmm. Как считаешь? На мировом уровне. Слушай, а на какие деньги мы их кормим, а? Изыскали.
А конкретнее? Да ты что, с луны, что ли, свалился, Родион Михайлович? Тебя Галко с гостя приезжали? Ну. Ну, комиссии там разные. Ну. Была у тебя такая статья на обеды? Ну, не было. И у нас нет. А как ты их кормил? Дома как? За свой счет, что ли? Ну, зачем же? Ну, раз статьи такой нет, что ж делать-то? А вот этот, это кто, с кем я только что стрелял? Мафиозо. А почему же он на свободе? А нет доказательства. Сеньор, а где наша дочь? Кто? Ну, это вот... А, дичь, дичь. Си, дичь, дичь. Отпустила. А? Гостей много, дичи мало. О, спасибо, сеньор, спасибо. Родион Михайлович, проходите, пожалуйста, без очереди. Ничего, ничего, проходите, подожду. Люди что, торопятся? Пожалуйста, я не спешу, пожалуйста. Ну, проходите. Спасибо, спасибо. 150 рублей, пожалуйста. Гости приехали. Родня? Дальняя. Ой, что такое? Почему нет света? В чем дело? Ну, Петраков. Не волнуйтесь, женщины, не беспокойтесь, все будет в порядке. Сейчас только вот гостей покатают. Свет будет. Родя, а зачем ты деньги из сберкнижки брал? А ты откуда знаешь? Да уж знаю. Сообщили. Да этих же угощал. Гостей. Что ты врешь, Родя? Чего? Чего-чего? Люди все знают, все видят. Чего они видят? Все видят. Зачем ты на нее тратишься? Она ведь с художником вон встречается. На кого я трачусь? На кого, на учительницу свою. Ты что, упала, что ли? Не упала. У тебя вон сын растет. Он все видит, все понимает. У него возраст такой. Я же работаю круглые сутки. Да, сколько мы с тобой нужды натерпелись. А она теперь, пожалуйста, на все готовенькая. Да, тоже мне проволока. Да. Ну ты че это? Да у меня же даже времени на это нет. Иди, уйди отсюда. Эй, ты, а твоего отца с работы снимают. Это не по правилам. Пролетело время, я не заметил. Может, ошибки какие допустил? Может, переборщил где? Не для себя же, для людей. Забрались уже все, Родион Михайлович.
Извините, товарищ. То что, Родион, не роби, район у нас с места сдвинулся. Идем уже вторыми за год, ни одного серьезного нарушения дисциплины. Хотелось бы нам дальше с тобой поработать. Так что ты не лезь там на рожон-то. Родион Михайлович, вы забыли, вам жена велела передать. Спасибо. Но ежели что, держи. Счастливо. Вы же не дадим боитесь! Вы же под нос привыкли стричь! Работа как охота, открывай! Да не перебарщиваю я! Потому что дутые это цифры! Сплошные авансы, никакой ответственности! Вы же отбиваете всяческую охоту работать. Инициативу вы причесываете. Чем мы людей кормить будем, а? Бумажками. Так, так. Дальше. Дурная голова рукам покоя не дает. Скандалить. Во, и критику. И критику вы причесываете. Скандалить это мы все здорово научились. Ну. Только вы забыли, где вы находитесь и с кем вы разговариваете. Пойдемте. Пойдемте. Сейчас идемте. Вам все объяснят. Идем. Пойдемте. Галь, я тебе честно скажу, я как только увидела, он мне сразу понравился, понимаешь? Я как будто влюбилась в него, понимаешь? Ты прости меня, пожалуйста, прости. Не, ничего. Я тебя очень прошу. Ничего, я тебя очень даже уважаю и очень даже понимаю. Вот я, например, я прожила с ним 20 лет, да? И все равно это, ну как... Влюблена? Ой. Представляю! Нет, я понимаю. Хоть и... трудно мне с ним пришлось. И хлебнула я с ним. И характер у него не сахар. И перебрасывали нас туда. Ну да. Счастливая ты. Да. Я же тебе говорю, мне все бабы завидуют. Глазки кари, куда вы скрылись от меня? Куда вы скрылись? Где запропали? Подожди, не, подожди, у тебя слуха нет. Страдать подожди, не пой, я тебя прошу, не надо. Давай, давай вместе. Я начну, а ты в терцию. Давай. Огней так... Это я знаю, да? Давай. Огней так много золотых. Молодец. На улицах Саратова. У тебя кларатура. Парней так много холостых. У меня что? А ты вообще... Да! Галя, я это, вещи собирай, а? Да нет, повысили. Куда, куда? Сюда вот прямо. Чё, чё? Корову, ну, не знаю, куда, куда корову. Продавать, наверное, придется. Нет, нет, лошадь возьму. С собой возьму. Галь, тут шумно, ничего не слышно.